события, который год наш Смоленск радует, удивляет вот этот вот прекрасный рыжебородый моложавый мужчина. Вот, зовут его, все зовут его почему-то дядя Гриша, так называется его фирма. На самом деле его зовут Алексей Столяров. И четвертый год подряд он веселит нас с вами, на нас, весь наш город Смоленск, наш пивной клуб. Мы, значит, после каждого фестиваля здесь собираемся и просматриваем видеоотчет об этом очередном мероприятии. Сегодня мы вас собрали для того, чтобы большим пафосом Алексей представил вам четвертое международное мероприятие, посвященное фейерверкам в нашем городе, в нашей области. Ну, собственно говоря, не смею больше вас отвлекать от главного виновника торжества. Всем добрый день. Большое спасибо, что пришли. Вкратце я вам расскажу, но я подготовил пресс-релиз, чтобы не записывать там. Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша» уходит корнями в 94 год. В то время деятельность основная велась в Москве по продаже пиротехники. В 2006 году мы стали работать в Смоленске. На данный момент у нас представлено более 500 номинований пиротехнических изделий основных ведущих компаний. И также у нас есть там собственная линейка, она только развивается. И вот благодаря данным партнерским связям с ведущими пиротехническими компаниями стало возможным организация фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад». Особенно первые фестивали, ну, было сложно, поэтому нам помогали, ну, давние друзья пиротехники. В этом году «Дядя Гриша», специализированный магазин пиротехники, является главным и единственным организатором 4-го фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад». Подготовка началась еще с марта месяца. На первом этапе была выбрана оптимальная площадка для проведения фестиваля фейерверков. Написаны и разработаны технические условия, составлен проект и так далее. На данный момент согласование полностью пройдено с органами МЧС, УВД, администрации, все согласовано. И на данном этапе вот мы уже вышли на финишную прямую. У нас создан оргкомитет, который более 20 человек, каждый занимается своим делом, в обязанности которого входит там техническое обеспечение фестиваля, подбор размещения артистов, размещение участников, организация мест для торговли, детской площадки, организация стоянок для автотранспорта, организация движения бесплатных автобусов, ну и так далее. Стоянки для автотранспорта в этом году будут как и бесплатные, там больше 1500 автомобилей по месяцу, ну, так и платных там будут две стоянки. Так что добро пожаловать. Еще давайте вопросы, если что интересно. Насчет бесплатной стоянки для автотранспорта, она будет находиться где? Вдоль трассы или на территории? Нет, она будет вдоль трассы, нельзя машины ставить. Ну, там есть карта на сайте у нас. Заворачивайте на Ермаке и вдоль Ермаков, там будет такая дорога. Вдоль дороги там будет специальное место. С двух сторон можно будет ставить машину, там будет экипаж ГАИ, учет. Бесплатных автобусов сколько будет? Бесплатных будет 5 автобусов, в один конец, 5 в другой. Это примерно 400-500 человек летит. И плюс обратно мы договорились с маршрутами, которые приедут на Колхозную площадь, уже вечером 12 часов, их там разведут по городу. А откуда будут автобусы ехать в сторону Ермака? Ну, минус 40. Нет, откуда? Откуда? С автовокзала. Да, прямо на автовокзал заходите, там платформа прибытия, сразу с центрального входа, по автобусу видите, там будет вход, там человек. Расскажите подробнее о программе, что смоляне увидят. Ну, сначала у нас поиграет диджей, пока, как мы делаем, как правило, час, пока народ собирается. С 18 там, до 19, ну, мы место оставляем специально местным коллективом, кто хочет, да, чтобы не только там были приезжие. И будет две группы. Одна Гагарин Браттерс будет группа, другая группа Технология, которая шоу балет «Фаворит». Возможно, шоу «Толстушек» будет, но еще неизвестно. Ну так стараемся, чтобы было интересно. Участников будет, ну, 5, один будет не в конкурсе, 4 будут команды в конкурсе. Шестыми мы будем стрелять, ну, завершать фестиваль фейерверков. Все команды
участники не один раз участвовали в фестивалях фейерверков. В этом году мы еще сделали так, если мы раньше сами, ну, участники сами обеспечивали техническими изделиями, то в этом году весной получилось так, что мы нашей компании спонсоры именно пиротехнические компании, которые сами являются заводчиками пиротехнических изделий, ну, чтобы было интересно. И получится как бы двойной конкурс, будут соревноваться как пиротехники, да, в искусстве стрелять, так и пиротехнические компании, у кого какие изделия будут лучше.